день благоприятен для людей, родившихся в годы коровы, тигра и кролика. Хорошо в этот день постигать науку, изучать астрологию, лечиться, проводить операцию, приглашать в гости друзей, покупать и продавать вещи, заказывать табан харюлга. Неблагоприятен день для людей, родившихся в годы мыши и свиньи. В этот день не стоит заводить новые знакомства, обретать друзей, начинать преподавать, устраиваться на работу, нанимать сиделку, работников, приводить невестку, отдавать дочь невесты, а также проводить похороны и поминки. Стрижка волос к легкому заболеванию, отправляться в дорогу, к успеху, исполнится все задуманное.